Всем привет, дорогие друзья! Представляю вам Edain 3.8.1, как будто он только что вышел. И я сегодня играю с Давидом, Вивином и Токсином. Всем привет! Всем привет! Кого-то не хватает. Он вышел, наверное. Нет, я не Аша, стесняша просто. И как бы со мной же ты не играешь. Побри. Блин, проблема в том, что я не очень-то помню, что здесь надо делать. Он пост в центре. Нет, я имею в виду, как играть, как развиваться. Короче, твой, ты хочешь, я объясню как? Знаешь? А еще печально, что ты не умел играть вот, за эту раз. Ты управляешь мышкой. Щелкни левой клавишей мыши на строителе, чтобы его выбрать. Молодец, теперь выбери ферму справа. И щелкни по ней левой клавишей мышь. После чего наведи на землю и тыркни еще и туда. Ты мой герой. Я буду думаю, отныне здесь... называть тебя учитель. Я почему-то думаю, здесь Шок выиграет. Что, раса сильнее? Ну, я не знаю, сильнее или нет, но полегче. Обидно. Уметь бы за эту раз еще играть. Блин, черт, я даже не помню, сколько надо отрядов, чтобы чистить бафы. 1, 2 или больше. О, говорю, бафы. Блин, снова смайт во мне. Что такое? Ты в него все еще играешь? Да. Пытаюсь пробраться в лигу максимальную. Но, к сожалению, у меня одна рука растет из плеча, а другая из жопы. Да, сочувствую. Да. А я думаю, у меня та же проблема. Ха-ха-ха, подъебал. Ой, нельзя. Ты если бы говорил чуток четче, возможно бы подъебал, но мне кажется, никто не понял, что ты сказал. Я пытался сказать так можно быстрее, но не знаю зачем. Здесь все логово, насколько я вижу, в арке. О, это, кстати, полезная инфа, спасибо. Да ладно, ах ты зараза. Теперь я понял. Я же говорю попроще. О чем говорил Вивин. Да нет. Ну, им бой надо играть, уметь. У тебя ты-то то своим ангмаром хорошо. Имба, она еще и в том плане, что за ней не надо уметь играть. Да? Да. За нее проще всех играть. Ой, это вы про кого? Про Изенгард. Многие все равно совершают ошибки, потому что многие перестают развиваться здесь, то есть настаивать дальше половину. У Изенгарда вся сила именно в том, что они бесконечно могут настаивать экономику. Вот. Ну это по моему скромному мнению, конечно. Я же далеко не профессионал. Я для тебя придумал новое прозвище. Как оно там по-японски? Сэмпай или Сэнпай? Тоже можно. Немного прозвищ. Будет на одно больше. Да уж, как тебя только не называли. Надо бы сделать, чтобы хоббитов на этой карте можно было истреблять. Они вроде куда-то убежали. И больше нету этого домика. Этих домиков, в которых они стояли. Я не знаю о чем. Они, видимо, испугались. Ну то есть здесь стоят домики, в которых были хоббиты.
Ну вот рядом с которыми стояли хоббит. Сейчас хоббитов нет. Видимо, так сделано, типа они испугаются и должны спрятаться в домике. Возможно. Ну что там так медленно? Так, герои тоже жрут командные очки. Обидно. Я уже привык к 4-0. А там не жрут? И ты один. Там не жрут, нет. Давайте на карте еще 6, вообще же не 6 парков. Почти. Ох ты. Блин, один отряд затупил жестоко. Ой-ой-ой. Да, только они плохо дают. Да, только у меня кроме этого ничего не было. Офигеть. Ты вышки, надеюсь, не больше трех. Да нет. Пока все по правилам. Они не давят почему-то, они сквозь этих скаутов пробегают. Вот ведь обида. Просто ужас. И поздно пришел немножко, мог пораньше попробовать. Ты про меня или про Давида? Про тебя. Ну шок, как бы никуда еще не ходил. Я не знаю, может это ты так шифруешь что-то, что делает Давид там. Что я могу сказать? Я зассал, я сцепло. Мне нет оправдания. Можно вопрос? Можно. Это почему все же вы читаете, что башня? Что? Почему вы считаете, что башня два и больше трех? Потому что их очень сложно разрушить вначале. В Дании очень сильно добавили им живучести и дальности. Вот поэтому я вон уже проигрываю из-за двух башен здесь. И понимаю, главное, что не стоит сражаться, но... Нет выбора. Есть выбор, просто я тупой. Ничего уж не скажешь. Сразу, хоть бы здание снести, что ли. Так, уходим. Так,
Окей, я потерял две армии, но снес казарму. К успеху иду. Ну ты еще 8 нормально убил, ушок. Два отряда скаутов убил, немножко копейщиков, немножко мечников. Радостно. Или... Ладно, один отряд скаутов. Я вроде 5 заказывал. А вот же он. Так. Что-то я сегодня так много разговариваю. Да, болтун. Кстати, да. Так что там с тобой случилось? Говоришь, плохо себя чувствуешь. Да, кажись, какой-то сосуд в глазу лопнул. Больно на монитор смотреть. Глаз кровью налился, болит сразу. Да, больно. Вагул. Ух ты, нифига себе. Я же отправил. Че, лагает? Да вроде нет. Ну так, слегка. О, тут еще и Лурдс где-то там завелся. Блин. Шок. Ну. Не подсказывай. Я не подскажу. Спасибо. Могут убить героя или нет? Вот это меня интересует. Могут, если окружить. Не могут. Нет, я в этих метателях. Это моего героя сейчас убьют. Вот дерьмо. Вот, блин, у меня опыт игры, да? Вообще жестко. Ты же побеждаешь, что тебе не нравится. Да, ну, я много туплю. Вот уверенность видит. Надо почаще теперь играть. Наш любимый мод. Да ладно, нормально, у тебя много плавилин. Разве что я бы еще в баллисты выходил. Может быть, варгов я бы нанимал. Все. Так-то все нормально у тебя. Арбалетчиков, не знаю, зачем только нанял, они вроде не очень. Да вроде нормальные. Нет, ну, в 4-0 нормальные. Здесь вроде как не очень были. Я не помню, их никогда не нанимали. Да? Я помню, кто-то нанимал. Таксим только их нанимал иногда. И нагибаю я зайти. Они с апгрейдом, конечно, вот мощные, а вот так. Да они без апгрейда ничего такие. Что-то идти. Да, снова. Блин, как же бесит. А что такое?
Да стрела это. А, у меня такая же есть. Ха-ха. Поймал меня. Бейте его, бейте, гада. Есть. О, блин, мои всадники туда побежали. Я думаю, это небольшой удар сейчас для шока. А, он, дай угадаю, денег куры не клюют, да? Ну не куры не клюют, но более-менее. А тут варги же читерные, да? Смысл мне, нечестно будет уходить. Нет, почему? Варги нормальные, просто не надо шарку баф юзать тут. Красный, который. И все. Так, варги здесь варги. Примерно такие же, как архиримы. Нет, архиримы слабее, мне кажется. Ой, птички или что? Да, зараза. Ништяк. Блин. О, снова. Где этот негодяй? Не видно даже. А, видно. Вот да я продул. Столько воинов было, а все они слились жестко. Но у меня много тоже просто. Если не будешь спать, то не продул. Вполне можно убить. Хотя хрен знает. Ох, черт. Потерял баллист. Да вот какого хрена он? Еще нет, но... Да, я потерял, отлично. То она с километров стреляется, да, когда против меня кто-то играет. То она сейчас не захотела... Нужно через обстрел направлять, если здание впереди стоит. Но это трудно успеть так прям. Не знаю, я всегда через обстрел стреляю. Во время боя, я имею в виду. И во время боя. Я чекаю, что. Да, мне здесь уже ничего не спасет. Ну, я лично ничего не знаю, что придумать. Надо было делать варгов, чтобы против лучников. Вот чисто, если бы ты варгов хотя бы поставил просто подальше где-нибудь, и сейчас бы ты их клепал, возможно, ты бы отбился. Ну да, я поздно подхватил. Ты их близко просто поставил, слишком близко. Блин, деньги есть, а ничего сделать уже не могу. Жесть. Эти топовые лучники просто все перестреляли. Засади вам каких-нибудь скаутов, вышки что? Ну я пытаюсь. Ну вот, смотри, сколько прошло. Жесть. Блин, такая земля здесь, не могу новую поставить, а вот. Так, баг. Вышка, которую ты сейчас Фед сломал, в ней был скаут, отряд. Но он не выпал никак. А тот, что он убегает, это не он? Это не нет. Он. Только что построился. Видно. Там было 4 скаута вроде бы. Ну вот, даже за имбой нормально не смог собрать.
бывает. Давно же не играли. А вот, кстати, кто сильнее? Стражи путей у Лориана или вот эти лучники Номинорцы? Вроде лучники Номинорцы. Ай-яй-яй-яй-яй. Вял катапультами, по-моему, Лурц скинулся. Да. Вот между прочим, это как Лурц баллисты. Как ты мне вчера там сказал? Я помню. А я тут специально этого героя не делаю с варгами. Думаю, чтоб по-честному было. Я сволочь. Мне нет прощения. Ой, что с ним такое? Ни хрена здесь спам. Ты не выиграешь, шок. Все, да? У него такая же еще одна армия. Правда, тут уже не лучники, а мечники на минуту. Ну, я не выиграл бы еще тогда, когда он напал. Еще можно. Если варгами сломать, допустим, катапульт, то можно. А чем я буду лучников убивать? Два варгами. Отряда? Да. Погоди, варгами. Сколько должно быть? 2-3 отряда. Ой. Ну уже как бы не хватит тебе 2-3 отряда. Уже тут вторая армия с копьями. Ну это понятно. Много копий. Вот видишь, нет лучников. Это потому что я бат. Черт, я не заметил. Я думаю, без него бы не было. Они же вроде не светятся красным. Ну да, без него бы тоже не было, наверное. У них же брони нет никакой. Фэд даже катапульты не контролит. Не успеваю. Что тут можно сказать? Лавина? Нифига себе расточительность. Она же никакая. Ну я говорю расточительность. Но она бы мне все равно не помогла ничем. Дождик же вроде станет врагов. Точно так же получилось бы. А, точно, я забыл. Бля, ты там расстроился. У тебя вся карта что ли в фермах? Сколько у тебя, блин, еды? 1090. Ну да, у меня почти весь правый фланг прям до этого, как его, блин, сигнального огня в фермах. Надо вспоминать, что 38... Тебе сейчас одной сидят варги. Сидят. Что сидят? А? Сидят варги. А, блин, я подумал, что мне Давид уничтожает что-то. Все ждешь, что тебя кто-нибудь скрисит? Да нет, тут такого нету. А как же таран из-под тяжка или тролли? Да тут бы вспомнить, как вообще что делать. Тем более заеденность это не умел никогда. Нет, ну тут ты меня не скрысишь. Я думал, ты говоришь, тут нету, имею в виду Эдайн в целом. Что-то я не понял. Кто про что? Просто у меня тут еще и с левой стороны есть фермы, как бы я только один кусочек карты не вижу. Но, блин, там войска строят. У него сейчас с левой стороны еще одна крепость будет просто. Скорее всего, две. К деньгам, судя. Ну, это ж ты ему во вред сейчас делаешь. Зачем ты рассказываешь? В смысле? Шок тебя не крысит. Ну, ты только что сказал, что Шок новые крепости отстраивает. Вот я сейчас... Я сказал, что ты ему... У тебя денег на две крепости еще сейчас будет. Ну, 7 тысяч нет на войска. Ну, на одну.
На одну крепость. Зачем тебе еще здесь войска? Ты же выиграл. Ладно. Ты все один. Да, пойду я отдыхать. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Прощайтесь. До свидания. Я тут вообще лишний был. Правильно. Пока.